Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя Безумные мутанты. Так, что у нас тут за награды? Прыгают, скачут. Я пока ничего не вижу. Так, давай мы с тобой попробуем кого-нибудь вытянуть. Так, Леонардо. Окей. Так, у нас еще есть, да, попыточка? Супер Ирма. Собственная персона, отлично. Так, подожди, ну почему-то награда-то прыгает. Что надо-то? А, бесплатно, ну конечно же, ребят. Ну, давно-давно очень не играл, поэтому подзапамятовал, подзабыл я много чего. Так, забираем здесь ревард. Так, здесь тоже. Кстати, у нас новый сезон начался. Ух ты. Так, Рафаэль с Микеланджело куда-то идут. А там-то кто у нас? А там, по-моему, Сплинтер, да, подсматривает. Ха-ха-ха, ну мы типа пропалили. И... Так, секундочку. А Эйприл-то тут при чем? Там стоит Сплинтер. Мы решили проверить и лбами стукнулись с Эйприл. Хм. Интересно. Так, что у нас в менюхе? Давай посмотрим в почте. Так, забираем здесь. Тут тоже забираем всю эту награду. Подожди секунду, у нас еще вот тут вот. Системки, да? Заберем. Это удаляем. И здесь забираем 600 монет. Так, друзья мои, у нас в новом сезоне появляются новые персонажи. Ну, на самом деле, я не знаю, какие именно новые появились. Но для меня лично новый — это вот этот. Такого я не видел. Это у нас Хром Дум. Кто он такой, откуда он? Ну, он мне чем-то напоминает Шреддера. Ну, по крайней мере, костюм как у Шреддера. Но я сомневаюсь, что это он. Это, видимо, какой-то робот. Кто еще здесь новый для меня? Фрости, ребят, по-моему, его не было. Или был, я просто не помню. Но он такой громозека, ё-моё. Так, ко всему прочему, здесь еще открылся, ребята, Железноголовый. Вот Железноголовый здесь смотрится вообще прикольно, на самом деле. Мне нравится, как он здесь выглядит. Единственное, что я не могу понять, у него здесь, видишь, просто пушка. А у нас в Черепашках Ниндзя Легенды где? У него ракеты. Так, что еще здесь новенькое есть? Ага, смотри-ка, ничего себе тут Донни. Вот это да, ребят, вот действительно Донни — технологический ниндзя. По-другому не скажешь, прикольно смотрится. А, и все, да? А, смотри-ка, Самурай Лео. Ё-моё. Тоже ништяк, мне нравится. Ну и вроде бы как все. Остальных мы с тобой уже видели. Так, что у нас тут? Ага, я могу еще, ребят, попыточку сделать одну. Так, это у нас Рафаэль. Замечательно. Так, на ивенте. Пятый сезон, ребята, уже пятый сезон. Ты можешь себе представить? Забираем с тобой 25 монет. Или что? А, я уже их забрал, типа, да? Галочка стоит. Забрал. Так, а тут-то что у нас? Ага, мы можем с тобой прокачать. Давай я, наверное, сделаю Донателло на прокачку. Опа, новый скилл. Отлично. Так, дальше давай смотреть, что у нас тут еще есть. Может быть, Рокстеди подкачать, а? И все? Все, что мне хватило, это... Да. Ресурсы. Ну-ка, награда. Забираем. Так, здесь тоже забираем. Или подожди, где? Вот здесь вот. Все, да? Здесь мы забрали. Прекрасно. Так, подожди-ка, еще что-то есть, а где я? Погоди-ка. Это я забрал, это я забрал. Да что ты будешь делать? Что они хотят мне показать-то? Я не могу понять. Нету здесь ничего для меня. Не надо мне тут с пантологией спутывать. Все, ребят, погнали с вами в приключение. Так, здесь забираем с тобой награду. Так, подожди-ка, мы же здесь с тобой тоже, по-моему, должны награду получить, насколько я помню. Эй, вы вернете мне? Да. Забираем. Все. Все. Нет, ты посмотри, что-то, ребята, здесь есть. Ну, непонятно что.
Видишь, восклицательный знак стоит. Может быть, здесь... А, они, наверное, скорее всего, хотят предложить мне, чтобы я купил что-то за монеты. Или что это такое? Ну, это я понял. Это у нас 10 боев. Это тем более PvP-шек, насколько я помню. Я не хочу сейчас именно заниматься боями. Я хочу просто пойти и подраться. Так, Шредер. Ой-ой-ой-ой-ой, я вспомнил. Мне кажется, мы его победить не сможем. Но посмотреть все равно надо, что у нас из этого получится. Так. Слушай, солдатов мы с тобой быстренько этих уничтожили, каменных. Тут, видишь, гранитор там бегает. Ну и, конечно же, сам Шредер тут выпендривается еще. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, ребятулечки. Поднажали. Половину здоровья отняли. Слушай, а по-моему, ему крышка будет сейчас. Еще какая, ты посмотри. Рокстеди пробивает. Да, и мы с тобой здесь побеждаем босса. Прикинь, раньше я этого сделать не мог. А сейчас я его просто порвал, как сосуночка. Крэнк, собственно, персона здесь выпендривается. Ну-ка, вперед, ребятушки мои. Враг, ну, в разы, ребят, сильнее наших бойцов. Именно по мощам, если брать. Почему у Чингиза так мало здоровья, а? Кто его так нахлобучил? Наверное, Крэнк, как всегда. Хотя это не точно. Слушай, Шредер теперь, смотри-ка, раньше он не летал, как сейчас, ты видел? Он сейчас подлетает в воздух и бьет своими вот этими когтями. Это прикольно. Так, ребят, у нас тут бонус. Надо посмотреть, верно? Верно. А что вот это такое? Пропустить рекламу. Это, наверное, стоит... Ага. Это значит на неделю, а это на месяц. Нет, ребят, спасибо большое. Я... Ну что, я посмотрю. Итого мы получаем с тобой 478 тысяч мутагена. И плюс еще металл. Меня вполне устраивает. Так, заберите награду. А что я тут? Еще бесплатно, да? Спасибо большое. Нужно очень много нам с тобой мутагена, чтобы прокачать наших персонажей. Можно даже попробовать новеньких кого-то. Так, посмотрим, что у нас тут. Шредер. Так, нет, я все-таки попробую дальше прокачивать Рокстеди. Отлично. До 150 уровня мы его прокачаем. Я думаю, этого будет достаточно. Так, а здесь-то что у нас? Смотри, вот здесь вот, видишь? Ага. Забираем с тобой кубок. А здесь у нас ресурсы. Так, заходим сюда. Вот они, или где? Где они? Скажи-ка мне на милость. Тьфу, ты, надо вот сюда заходить. Ну что же, на халяву, как говорится, и уксус сладкий, поэтому мы с тобой продолжаем. Поехали, кто у нас здесь будет? Надо было посмотреть, когда у нас там босс. Но здесь, я думаю, ничего сложного нету. Ты сам видишь, да? Тут только лишь Рокстеди выпендривается. Плюс каменные солдаты, с ними тоже мы разберемся с полтычка. Тем более Донателло у нас бросает свою супербомбочку. Чингиз очень хорошо сейчас сделал вертушку, именно своей секирой. Рафаэль из-под тяжка со спины, молодец, красавчик. Адабрямс. И да, тут проблема только лишь в Рокстеди. Потому что этого мы с тобой ушатали. Так, мой Рокстеди подбегает, начинает бомбить. И Рафаэльчик, нет, не добил. Тут, скорее всего, Чингиз, да. Ну что, прекрасно. Меня вполне устраивает все. И мы, дай-ка я посмотрю все-таки. Я хочу глянуть, кто у нас будет следующим боссом. И это будет Бибоп. Хм, буквально через два поединка будет Бибоп. Так что, ребят, готовимся. Вы знаете, чем он противен, чем он опасен, именно своими гранатами. Так, а здесь у нас гранитор. Окей. Так, смотрим. Ну, с панками тут справиться с полтычка можно. Самый главный здесь противник — это гранитор и Рокстеди. Вот он, вражеский. Слушай, что такое интересное тут происходит, ребята? Почему? Видел, мой Рафаэль вот немножечко как-то поднялся в воздух и что-то хотел сделать. Раньше такого не было. Это что-то новое в боевой системе. Раньше не было вот таких вот некоторых финтов, которые я сейчас замечаю в последнее время. Видишь, вон, видел, Рафаэль подлетел и что-то там делал. А, это он знает, что, наверное, это они так сейчас перемещаются. У них же система рывка идет, да?
И это, видимо, у них новый рывок. Раньше они просто по земле перелетали, как бы, ну да, в одной плоскости. А теперь для того, чтобы сделать ему рывок, он подлетает в воздух и после этого атакует. Вот, скорее всего, что. Так, а нам нужно с тобой здесь еще, смотри, сыграть в 5 PvP боев. И... да, кстати, на 6-м канале мы еще с тобой не были. Давай-ка зайдем, посмотрим. Как ты видишь, я на 212-м этаже. Ну-ка. Слушай, ну тут-то враг ватный для меня. Тут враг для меня должен быть ватный. По крайней мере, именно если сравнить мощи, то мы намного сильнее. Ну да, я вижу, что мы тут неплохо их разбираем. Чингис тут врывается. Ого. Что там за вспышки света, ничего не понятно. Но, тем не менее, ребята, мы добиваем с вами, наверное, Донателло. Ага, Мондагека там еще прыгает. Так, Донни. Минус. И вот остается Мондагека. Естественно, мы его сейчас быстренько с тобой расчехлим. Давай, 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 родные мои. И есть контактиш. Все, Донни такой деловой. Прекрасно. Я забираю награду. Мне нужно было всего лишь один бой подраться. Это я уже буду за кадром делать. Если, ребята, мы, конечно, вернемся в эту игру, вы уж пишите в комментариях, интересно вам смотреть продолжение или нет. Мне, в общем-то, показалось, что она вам немножко поднадоела, поэтому я как бы ее подзабросил. Но в последнее время в комментариях все чаще и больше пишут именно про нее. Вернись, вернись. Ну, посмотрим, ребята, на эту серию, как она пойдет, как она вам зайдет. Так, слушай, что еще нужно мне сделать? Улучшить комнату. Так, улучшить комнату. Ну, давай, к примеру, вот так вот мы с тобой сделаем улучшение. И здесь мы еще заберем с тобой награду. Ну что, награда нам в карман. И мы с тобой еще получаем награду за то, что улучшили комнату. Шикарно. Кстати, здесь можно улучшить доджи и воркшоп. Но я думаю, что мы воркшоп не будем с тобой делать. И доджи, наверное, тоже. Просто подождем, подкопим маленечко финансов. И лучше нам все-таки прокачивать вот эти комнаты. А с другой стороны, у нас должно быть очень много ресурсов. Где у нас тратятся, друзья мои, металлолом? Я не помню, хоть убей. Я помню, что где-то можно прокачивать за счет металлолома наших персонажей. И я, кстати, этим занимался довольно успешно. И сейчас я вдруг про это вспомнил, а где это делается, не могу, ребята, вдуплить, так скажем. Ну-ка посмотрим, что у нас тут за монетки. У нас сколько их, кстати? 3000 монет у меня? Вау. За 3000 монет я могу открыть бокс. Так, Рокстеди. Тут у нас Наполеон. Тут Лотус. Ну, если честно, вот это вот я не хочу открывать, потому что, ну, эти персонажи у меня есть. Гарантированный трехзвездочный Рокстеди или гарантированный трехзвездочный Наполеон. Я думаю, мне достаточно пока и Чингиза, да, который у меня есть. Ладно. Что, друзья мои, 5 PvP боев. Ну что, давай, наверное, тоже быстренько с тобой сыграем, чтобы там получить награду. Что это у нас тут? Угу. Усиленная мутация получается у нас на Лотус и на Сплинтера. То есть они хотят сказать, чтобы... а мне их заменить? А если я не хочу? А если я не буду? Что вы со мной сделаете? Разберете? Кстати, они могут. Они могут, но мы сейчас с тобой кое-что глянем. Видишь, да? Лотус с повышенной энергией. Если я, например, уберу Чингиза и поставлю Лотус плюс Сплинтер. Так, сейчас, секундочку. Сейчас что-нибудь сейчас придумаем с тобой. Уберу, например, Донни и возьму Сплинтера. Не знаю, ребята, как это скажется на нашем поединке. Но что-то мне подсказывает, что мы уже начинаем фейлиться по чуть-чуть. Да-да-да-да-да, посмотри, мы оглушены с какого-то перепуга. Сплинтер уже отдуплился у нас, ты представляешь? Тут у них майки, конечно, майки это сила, да, тут не поспоришь, ребята. Давай-давай-давай, Эйприл-то добейте, добейте. Козырно, уже нормуль, ребята, минус Сплинтер. Ну, да добейте вы Сплинтера-то. Ну что вам стоит, есть. И вот теперь, ребята, самое противное. Это Майки, который прыгает постоянно и станет наших ребятулек. И также не забываем про Лотус. Этот еще тот самурай. Так, есть. Минус Майки. Давайте все быстренько подрываемся на Лотус. Мы должны ее, ребят, победить. Во что бы то ни стало.
Так, 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 тихо, 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 тихо. Да что ты будешь делать? Она прыгает там, как кузнечик. Но мы победили. Фу. Слушай, неплохо. Очень даже неплохо. Первый бой, как говорится, за нами. Двигаемся дальше. Единственное, что я, наверное, все-таки из отряда уберу. Уберу, ребята. Вот так. И вот так. Почему? Ну, потому что в данный момент они как бы здесь... Так, подожди-ка. Хотя, ладно. Нет, Чингиза лучше. Они как бы усиленные, да, ребят? Но мне сейчас в данный момент от них как бы толку мало. Блин, Чингиз, ты какой ватник. Ёпарасоте, его слэш, ребята, разобрал с полтыка вообще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, вот здесь я, конечно, просчитался маленько. Лучше бы я взял все-таки Бибопчика себе в отряд. От него, мне кажется, было бы больше толку. Что-то здесь такой расколбас идет. Ты посмотри, все мельтешит. Я даже немножко ничего не понимаю, что происходит, если честно. Этот Мандагек из-под тяжка бомбит по Рокстеди. И главное, всем плевать на это. Понимаешь? Всем. Шреддер тоже тут на последних... Все, ребят. Нас разобрали. Очень быстро. Слушай, дай-ка я верну, наверное, в отряд своих Сплинтера и Лотуса. И просто хочу глянуть. Неужели это вот рулит? Неужели это вот так вот заходит, а? Если мы сейчас с тобой выиграем, то я буду немножко в шоке. Возвращаю Лотос, возвращаю Сплинтер, поехали. Просто хочу посмотреть. Так, а вот и Леонардо Самурай. Смотрим, короче. Так, Сплинтер что делает? Хил. Так, Лотос бомбит. Так, смотри внимательно. Сплинтера... Все, ребят, его уже уничтожили, к сожалению. Так, ну у нас есть шанс. Так, минус Рафаэль, да? Минус Рафаэль и... Нет! Подожди, кто? Вот это чей Рафаэль? Это мой? Нет, это вражеский. Нет, это мой, мой все-таки, да. Тут запутаешься, тут видишь еще один Рафаэль. Или это... Это мой же Рафаэль был. Так, смотри внимательно. У них остался слэш и остался этот динозавр, я уже забыл, как его звать. И Раф, ну чертовски сложно. Блин, ну Рафаэль все-таки выжил. Молодец, красавчик. Одобряемс. А вот Сплинтер и Лотус, они погибают довольно быстро. Смотри, опять. Тут еще и эта магичка, ё-моё. Ее, конечно же, нужно в первую очередь ушатывать. Потому что если она сейчас начнет здесь своей магией как говорить, разбрызгивать, то все это будет жесть. Майки вот меня бесит, когда он прыгает и станом занимается. Это, ну, это ужас. Видишь? Ну что, вот что вот вы не можете его нахлобучить? Раф, давай, не переключайся, бомби его дальше. Куда-то он ушел из-под удара. Так, слушай, подожди секунду. Вот Сплинтер молодец, что он хилит. Но хил-то какой-то никудышный, ребята. Слабенький. Так, минус Сплинтер с нашей стороны. Мы у него тоже Сплинтер, кстати, забрали. Плюс мы, по-моему, сейчас слэша с тобой уберем. А, у них тоже Лотус. Слушай, по-моему, тут все. Мы нахлобучиваем последнего, это Лотуса. И все, ребят. Победа за нами. Вот в конце мы очень с тобой хорошо начали прожимать их. Именно в конце боя. А поначалу мы с тобой проигрывали. Так, ладно, смотрим. Так, наградушки получили и двигаемся дальше. Буквально сейчас у нас, по-моему, будет босс. Именно Бибоп. Я могу ошибиться. Да, я ошибаюсь. Подожди, а какой босс-то? Мы же сейчас с тобой... Все, ребят. Крыша протекла у дяди Рея. Он играет на этих PvP-аренах. А думает, что он проходит основные сюжетки. Совсем молодец. Ну слушай, мы с тобой муху так быстро сейчас ушатали. Именно навозную эту Бакстера. Плюс тут Зек. Мне кажется, их пофиксили. Потому что Зек раньше очень сильно бомбил. Сейчас мы его разобрали. Бибопа тоже разобрали. Тут кто у нас? Рэй. Рэй сейчас мы тоже нахлобучим. Ну, Рэй, я имею в виду, это скат. Это не я. Ну, давай-давай-давай, напряглись. Все. Шреддер нанес ему смертельный удар. И остается Рафаэль. Все-все-все-все-все. Я думаю, что он не жилец. Ну... Да, мне кажется, тут немножко все-таки боевая система поменялась, ребят. Все как-то немножко вот улучшилось, вот бои, вот эта вот магия, заклинания. Единственное, что
как-то вот мельтешит это все. Слишком пестро. И мне как бы тяжеловато. Ребят, ну что, 5 боев мы сыграли, поэтому я могу забрать награду. Вот. Так, что это у нас тут такое? Да не надо мне вот этого. Чего все? Все меня хотят, чтобы я, ребят, тут. И что, вы здесь бесплатно? Ну, забираем. Так, соточку, да? Этого недостаточно. Так, тут у нас награды. Давай, 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 не жмись. Все, все. Ну что, а теперь... А, нет, ребят, у нас еще один поединок. А уже после этого будет бибоп. Вот так вот. И здесь у нас Антракс плюс Крэнк. Ну-ка, давай посмотрим, на что мои ребята здесь способны. Ну, Крэнк, да, друзья мои, как был сильным, так он сильным и остался. Как он бомбит своим лучом, этим лазером из глаз, так и бомбит. А вот Антракс, по-моему, здесь немножечко схандрил. Потому что, ну, смотри, Рокстеди один на один с ним и довольно неплохо его нагибает. Хотя, когда этот делает свой удар секирой, тут, конечно, ребята, есть на что посмотреть. Есть посмотреть, какой урон он наносит. Ну, так как все мои ребята уже подключились к Шреддеру, да, к Рокстеди, точнее, мы его, естественно, с тобой разнесли. Прекрасно. Ну что же, сейчас будет решаться судьба кабана. Либо он, либо мы. Что у него за команда? Ну, ему есть только Шреддер этот поможет. Хотя я сомневаюсь, что он будет ему тут особо сильно помогать. Ну, биб... Ого! Нифига он кинул гранату. Ты посмотри, он что сделал с Донателло? Зашибись, он у него почти все здоровье отнял. А мы, как всегда, по нему не бьем, да? Нет, кто-то бьет там сзади со спины по нему. Донни, Донни, Донни отрывается. Сейчас Шреддер уложим с тобой баньки. Ну, все. И все мои ребята переключаются, естественно, на бибопчика. Ребята, ему некуда деваться, он один здесь ничего против нас не делает. Он свои гранаты даже не успевает достать. Все. Мы его наказали. Впятером мы сила. Ну что же, это прекрасно. Это прекрасно, друзья мои. И мы переходим на следующий поединок, где нас встречает Антракс, Гранитор, Рокстеди, ну и остальная шелуха. Это именно каменный робот и плюс маленький, маленький Маузер. Слушай, а по-моему, Маузера убрали, да, из списка персонажей? Я вот что-то его там не видел. Красавчик Раф. Вот сейчас он хорошо сделал свой пробивной удар. Еще раз по Рокстеди. Но у Рокстеди, ребят, какая-то вот защита уж слишком имбовая. А кого они там бьют-то все вдалеке у меня? Не могу понять. Втроем на него налегли и, в принципе, разбомбили. Итак, Гранитор, я чувствую, сейчас падет. Он уже упал. Так, Антракса мы тоже с тобой запинываем. И остается, как ты видишь, Рокстеди. Вот он здесь в уголочке стоит. Но против нашей команды ему уже не выстоять, потому что у нас преимущество. Причем очень большое. Все персонажи были целые. Прекрасно. Можно глянуть, кто у нас вообще будет дальше боссом? Ага. Гранитор, собственной персоной. Раз, два, три. Три поединка. А вот это что такое у нас? А, понял. Три поединка у нас свой впереди. Прокачать, да? Прокачали. Вот экипировка. Где покупается, друзья мои, экипировка, а? Где-то вот у нас с тобой металлолом есть. Понимаешь, да? Металлолом. Этот металлолом, его можно где-то потратить. Меня просто как бы вырубило. Нет, конечно, я могу посмотреть свои прошлые серии. Там все это, ребята, показано. Где, куда я трачу. Где я достаю и тому подобное. Ну-ка. О. Отлично. А вот это вот тир. Как я должен попасть, например, вот ранг 11-20. Мы с тобой дошли до 71-го сотого. Тут дальше повышается только. Скраб. Хм. Это у нас ранги, да? Где-то это, по-моему, если я не ошибаюсь, должно быть в магазине. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, попробуем что-нибудь вытянуть путевое. Отлично, Рокстеди. Рокстеди немножечко подкреп. Может быть, где боксы? Сейчас посмотрим.
Так, не здесь. В самом низу, я помню, мы... Может быть, сюда надо нажать? Нет, бесполезно. А может быть, это все... Хотя это может быть вот здесь даже, в магазине, ребята. Да, вот оно где. Смотри внимательно, мы с тобой тратим... А у меня очень мало, ребята, металлолома, но тем не менее. Да, именно здесь у нас тратится, кстати, бесплатные гемы. Это условно бесплатные гемы, потому что ты должен... Ну, тут есть определенные условия. Должен поставить какую-нибудь игру, достигнуть в определенной игре какого-то уровня, и только за это ты будешь получать гемы. В общем, ребята, это на любителя, но я уж точно этим заниматься не буду. А, тут 2500 хватает, да? Все, ребята, отлично. Что-то получили, и вот это, что мы с тобой получили, можем теперь одевать на наших персонажей. То есть улучшать их. Видишь, да, как это все дело происходит? Вот для этого нам металлолом и нужен. Так что учтите это. Так, прокачали. Давай еще и Рокстеди нашего прокачаем чуть-чуть. Вот, великолепно, ребята. Ну что, а нас ждут дальнейшие поединки. Я хочу все-таки сегодня дойти до гранитура и, конечно же, попытаться его забомбить, чтобы он знал, чем пахнет порох, да, или почем фунт лиха. Нюхнул, так сказать, горе, да? Так, ну с этим солдатом мы с тобой сейчас разберемся. Тут, в принципе, без проблем. Ну, Шреддер красавчик. Как он перелетает через весь экран, мне нравится. Так, а Рафаэль все-таки делает обычный сквозной удар. А что же он тогда, когда подлетает? Что он делает? Не могу понять. И факт, что это никак не просмотреть. У меня самая первая скорость. Так, Антракса мы вальнули. Причем мы так легко с тобой идем. Вообще безмятежно. Прям как будто на прогулочке, да? Так, а вот здесь команда хорошая. Шреддер, Крэнк и Рокстеди. Мне бы, конечно, желательно, чтобы мы уничтожили в первую очередь Крэнга. Но мы начинаем валить всякую шелупень. Типа вот этого консервной банки, да? А Крэнк не шутит. Крэнк не шутит, ребята. Он бомбит своими лучами. А луч у него, кстати, бьет не только по одной цели, а кто попадает вообще... в луч, вот в этот вот, в его луч, тот и получает повреждение. Все, Крэнга мы завалили. Остается Шреддер и остается Рокстеди. Так, ну Рокстеди оглушен был, поэтому сейчас... Ха, мы уничтожили быстрее Шреддера. Я думал, что Крэнг, ой, этот Рокстеди быстрее все-таки погибнет. Прекрасно. Давай сразу же переходить на следующий поединочек. И здесь Антракс, Гранитор, Рокстеди. Ну и этих я... За бойцов-то не считаю, этих кланфутовцы, которые тут машут. Детский сад, ей-богу. Так, вот Антракс, то, что вытворяет, из-под тишка по спине бьет Рафаэля, это подло. Хорошо, что Рафаэль все-таки рванул, да, сделал свой быстрый... Вот, давай, Шреддер, правильно, наказывай его, чтобы знал, что нечего бить наших из-под тишка в спину. Ох, как мы его нахлобучиваем, посмотри, как мы его нахлобучиваем. Он даже не успеет настакивать себе броню, все, наказали. Так, Гранитур тоже там упал. И Рокстеди тоже далеко, ребят, не уйдет от нас. Ну. Бамс. Такой шлепок в конце сделал Шреддер, ты слышал? Такой чпок смачный прям. Молодец, красавчик. Ага, ага. Вот он, Гранитур. Ребята, мне или кажется, или он тоже немножко как-то изменился. Нет, наверное, он такой и остался. Просто мне хотелось бы, чтобы он как-то изменился. То ли он более как-то четче стал. Так, ладно. Мы не отключаемся, точнее, не отвлекаемся, а бьем с тобой. Давайте, бибопчика. Эй, ребята, у нас очень мало здоровья. Если у нас сейчас не сработает отхил или еще что-нибудь. Ага, бибопа мы убрали. Крэнк опять со своим лучом. Слушай-ка. Изи. И теперь все переключаемся на Гранитура. Да, я знаю, что, ребята, он с базукой со своей. Вон он ее достал. Так, слушай, нас трое всего осталось. В наших интересах его бы застанить. Ё-моё, нас теперь еще двое. Я боюсь, не пройдем. Хотя мы броню с тобой стакаем, но... Как он фигачит, ты посмотри, а? Ё-моё. Донни, нам нужно...
броня, 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 броня. Есть, настакал, молодец, красавчик. Слушай, ты посмотри, что мы вдвоем тут вытворяем. Просто чудеса на виражах. Ребят, мы запинали этого гранитора как сосунка последнего, понимаешь? Просто запинали его вдвоем, Донни и Рокстеди. Красавцы, молодцы, я не ожидал такого. Так, ну что, наверное, у нас этот поединочек будет последний на сегодня. Мы сейчас просто с тобой выйдем, посмотрим, кто у нас там будет дальше боссом. И уже в следующей серии, если, конечно, ребята, вы в комментариях напишите, что будем продолжать или нет. Потому что мы давно не играли в нее. Может, кто-то соскучился, я не знаю, ребят. Мы, кстати, когда играли в нее, довольно неплохо, успешно у нас все шло. Потом, конечно, мы столкнулись с неким препятствием, да. Но это в любой игре, когда ты доходишь до определенного уровня и не можешь там ничего сделать, потому что тебя просто там разминают, ломают, я не знаю, там надо прокачиваться неделями. Ну, видимо, после того, как здесь появилось 5 событий, она стала немножечко попроще для меня в данный момент. Так, и... ох, ёлки-палки. Крэнг, собственно, персона. Не, ребята, это надо оставить на потом. Крэнгу, как говорится, особые звездюлей нужно сделать. Ну и плюс у нас с тобой, конечно же, есть определенное задание. Нам нужно прокачаться до 160 уровня. Как ты можешь понимать, это не все так легко и просто. Это не все так легко и просто, потому что... видишь, да? Для того, чтобы поднять ему один уровень, ё-моё, нужно почти 700, не почти, а 728 тысяч. Это очень серьезные суммы. Именно мутагена. Но это все под силу нам. Под силу просто нужно время. Так что, друзья мои, будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.